И всем привет, с вами Wage of Steam. Мы продолжаем играть в игру Far Cry 3. Мы собираемся сейчас ехать на форпост, чтобы спасти Лизу. Мы выучили два умения, это бомбист и бесшумное убийство. Вторым мы будем пользоваться, я думаю, очень часто. Насчет первого вряд ли, потому что со вторым оно как-то расходится. Растительность. Лантанас сводчатая. Раньше на острове было запрещено собирать лантану, потому что она ядовитая для овец, лошадей и прочего скота, но теперь пираты кормят ей животных ради развлечения. Было предложение вызвать представителей общества охраны защиты животных, но их бы всех перебили. Пришлось бы вызывать представителей общества охраны животных, а это уже само по себе головная боль. В общем, яды, скорее всего, из нее можно. Также мы научились создавать предметы. Что тоже приятно. Прочный рюкзак. Шкура тапира нужна. Трофеев. До 32. Это мы не знаем. Стрелы нет. Медицина. Можем еще изготовить? 3 нужно 1. Все. Больше у нас уже не влезет. Что там, кстати, написано? Держите секу, чтобы быстро восстановить 2 клетки здоровья. Изучать навыки, чтобы усилить действие. Поместить этот снайдельный чек. Быстрого доступа нельзя. Ну, а нахрен его помещать, если и так быстрый доступ есть. Навыки у нас 0. Бомбист. Шумное убийство. Понял. А, это типа... Цапля и акула. По центру у нас паук. Понятно. Прикольно сделано. Что? Поехали спасать. Что за аванпост, куда забрали Лизу? Господи. Аванпосты крепости на острове Рук. Такое чувство, что у меня язык онемел. Значит, будем драться. Да, и не зря. Спасая твою подругу, мы убьем двух свиней одним камнем. Мы воюем с Васом. Отнятый у пиратов аванпост — это ключ к возвращению острова. Ракет получит новую точку. Местность станет безопаснее. Все смогут путешествовать быстрее. Ты получишь возможность улучшить свои навыки воина. Ну, тут меня, в принципе, все устроит. Воин-ракет. Те ракет, что живут в сердце острова. Татау даст их доверие. Слушай, я очень ценю твою помощь, но мне нужно спасти Лизу и друзей. И брата. Младшего. Только так их можно спасти. Ты бежал из рабства. Ты выжил? Пора драться. Мы все одинаковы, Джейсон. Отличаются те, кто не действует. И это разница. Ладно, приступим. Как и ты. Я когда-то был чужаком. Ты не одинок, друг. Друг. Мы дождемся тебя, чтобы атаковать. Джейсон, Деннис дал тебе Татау. Теперь ты должен драться. Ты можешь напасть быстро. Снять их на расстоянии. Или подкрасться. Да. Вот я и хочу, да. Советы по созданию вещей. Продвигать по сюжетной линии, чтобы разблокировать новые рецепты. Изготавливая снадобья одновременно... Изготавливать снадобья, чтобы временно получить дополнительные способности. Изготавливайте сумки снаряжения и боеприпасов, чтобы носить больше предметов. Держите один доступное оружие. Мышкой выбрать. X взять предыдущее оружие. У нас оно одно. А, ну коктейль молотова и гранаты еще есть. Эх. Чё? 3 новых рецепта снадобий. 4 рецепта снаряжения. 5 рецептов боеприпасов. Простой колчан. Хорош! 13 доступных навыков. Чё, издеваетесь, что ли? Ладно, это все опять закрыто. И опять что-то не... А, вот появились, да. Дополнительное здоровье. Получаете 50 меньше. Взрывчатки, частично поврежденные чеки здоровья.
Генерируется все, окей же. В два раза больше ингредиентов. 25 плыть. Оружие. Я еще и на бегу не умею перезаряжать. Ну ладно, хрен с ним. Снадобье на 25% дольше. Стрельба на вскидку. Твердая рука. Ладно, понял, спасибо. Создание чего? Снадобье для охоты. Обеспечит нам успешную охоту. А? Животных можно будет находить по запаху. Кроме того, пугливые животные не будут убегать при вашем приближении. Ладно. Боевые стимуляторы. Эти снадобья, ваши боевые характеристики. Комплекс дерматологических препаратов, устраняющих эффект от ожогов на короткое время. Угу. Нет, спасибо, я как-нибудь так. Чехлы для оружия, чтобы нести больше оружия. Можно изготовить прочный чехол, позволяющий одновременно носить два ствола. Хорошо. Еще бумажник. Сколько может носить? 2000 баксов. А больше-то нельзя. Окей. Стрел. Сумка медицинская. 5 снадобий. Сейчас у нас 3. А на картинке вообще 4. Патронаши. Понятно, для патронов. Кабана 5. Гранаты. 4 гранаты. 4 коктейля молотова. Для мин сумки. О, господи. Для горючего. Для ракет. Трех зарядов РПГ 7.8. Да, да, спасибо, не хочу. 10 обычных стрел. Шкура козловатая, все, вот шкуру козла нам и надо. Что это еще? Приводитель. Не говорит, что вы мне сейчас все это будете объяснить. Фракции. А, раки и яд живут на острове с незапамятных времен. Они видели все, как камни и песок на берегу. Они хранят секреты, очень немногим удалось поближе с ними познакомиться и почти никому стать одним из воинов Ракьят. Транспорт. Тачанка. Тачанка — самодельная боевая машина, так ее называть намного короче, чем пикап с установленным на нем пулеметом или техасская парадная тачка. Все тачанки на острове принадлежат пиратам Васа. Они обладают огромной огневой мощью, но вот бронирование у них слабое. Да у них, по-моему, вообще нет бронирования, если не замечаю. Может, я, конечно, и слепой. По-моему... надо подготовиться. По-моему, оно так. То. Пригнитесь, вас будет сложнее заметить, и вы будете производить меньше шума. Окей. Я и так уже крадусь. Лиза, я иду. Еще не орал так. Да, кстати, в рюкзаке что у нас сейчас? Восемь на 4, то есть 32 у нас плота. Ну, попробуем. Странные повстанцы, подавитесь этой дырой! По-моему, я не самый лучший момент выбрал, ну ладно. Тиара — это ароматные цветы, очень любят девушки. Их простой запах ассоциируется с молодостью. Более зрелые женщины предпочитают купаться в убитых мечтах собственных мужей. Блок. Зарабатывать очки опыта, чтобы получить очки навыков. А следующий ваш прогресс на соответствующей шкале
расположенный в левой части экрана. Изучайте навыки меню «Навыки». По мере прохождения игры вы разблокируете новые навыки. Я вообще хотел бы его... Я... Да, охраны и повстанцы, подавитесь этой дырой! Как бы мне... Это имбирь. Чё? А, не надо, спасибо. Где-то собачатина лает. Сортир опять не работает. Да я понял, понял. Попробуем обойти с другой стороны. По-моему, это вообще парадный вход, да? Черт. Тут не вариант. Так. Соображай. Это простое наблюдение. Эй! Эй! Это что, труп? О, господи! Что тебе надо? Иди отсюда! Наверное, глюки. Да уйди ты от меня! Хорошо, найди, убей. Ну ладно, выхожу. Опа. Ай, блин, как не вовремя. Добровольцы кончились. Ну, по стелсу не получилось. Лиза, ты где? Да, блин, не хочу я менять. Дайте мне трупа выбрать. Собаку что-нибудь можно? О, господи, собаку шкуру можно снять. Гадость. Согласен. Так, тебя я обобрал, обобрал. Чё, я сидя-то иду? Все будет хорошо, Лиза! Их больше нет! Ты в безопасности! Ну что ты орёшь-то, псих? Ее здесь нет. Аванпост рядом с Аманаки атакован! Наша американка где? Пропала? Что? Она сбежала на запад этого сраного острова. Расскажу, когда доберемся. Она сбежала. Джейсон, ты достоин носить татау? Достоин идти по пути воина. Еще бы вы чем-то помогли мне. Мы нашли твоего друга в доме колониста. Доктор Эрнхард на западе. А, не бойся, там безопасно. Доктор тебя ждет. На западе? А он не сказал, кого?
Нет, но мы будем искать дальше остальных. Узнаем еще, что вызову тебя. Не унывай, Джейсон. Ты понравился племени. Еще б. В одну харю тут все зачистить. Тебе не понравился, я бы точно удивился. Освобождайте ванпосты за бесшумный 550, полторы за скрытный. Угу. Короче, мне 500 только дали, я так понимаю. Я. Ты мне вообще нужна, нет? В каждом ванпосте есть авторизированный магазин, где можно купить припасы и снарядить оружие. Можно совершать мгновенное перемещение. Это же как шкура кабана подойдет? Пойдет, наверное. Зажигалка без бензина. Где я застрял-то? Тут что? Здание какое-то. Доступное испытание ракьят. Проверьте карту, найдите вы на скальные рисунки, удерживая, чтобы приступить к выполнению задания. Это чё? Обычные жители? Свиней больше, свиней меньше. Глядишь, мне шкуры понадобятся. Как я, продолжайте играть. Так. Что у нас тут? Трошки и это акула. Так, простая медицинская. Чё? Да подожди ты, чё я создать что-нибудь могу? Сумку какую-нибудь нет. Козёл нужен. Свинья. Казуар. Вара у нас нету. Свинья. Не зря убил. Собака. Хорошо. Так. Так, так, так. Курячину. Дай! Дай! Дай говно! Ты мне нужна, нет? Понятно. Убила ради веселья. Курица. Это курица. Нужно приехать с Северного полюса, чтобы не знать, что это такое. И американские патриоты не едят кур. Мы предпочитаем натуральный бифштекс. Окей. Пираты Васа. Вот рассказ о пиратах Васа, которые приплыли на остров грабить, насиловать и убивать. Они хотели только одного денег. Их не интересовало, какой ценой их они получат. Ими правят Вас. Шут Рук Айленда, но ведь вы уже наточили свое мачете. Свинина не так популярна на Рук Айленде, как кабанятина, но свинью проще убить. Только не хвастайся Джону Маккейну, он уже несколько лет мечтает о свине и сильно проголодался. А, у нас еще и навык появился, походу, да? Убийство сверху. Понятно. Хорошо. Нет, с доктором я говорить не хочу. Я хочу тигра убить. Видите, стая бешеных собак. Прежде чем они нападут снова, используйте предоставленный дробовик. Задание: охотясь на животных и
Вы должны убивать животных из выданного оружия или с помощью мачете. Ищите животных на охотничьих угодьях, отмеченных на миникарте. Куда у нас пометка стоит? Метка-то где? Кого убивать? Так, там моя, по-моему, отметина, ее надо убрать. У этого тут есть какая-то карта памяти, которую я почему-то пропустил. Находится где-то тут, в доме, видимо. Карта памяти, потерянные наркодельцами, потерянные военные письма, реликвии спрятанные. Ракьят, долгие поиски будут вознаграждены. Ну понятно, в общем, халявные бабки. А где дробовик-то выданный? Хоть ни хрена не понял. Ладно, давайте доедем. А там уже видно будет. Может, там мне дадут этот дробовик. О, хоть сверху. Только без стекла опять. А чё вам надо? Ручной тормоз, зажать Е, это сесть, выйти, посмотреть назад, С пересесть. Вообще вот не вовремя сейчас было. Водитель прямо от бога. Ну чё, патрошки дадите? Дадите. О, талага. Да что ж ты валишься-то? Но ты чё же? Да ты издеваешься. Я нахер здесь подъем? Что ж, бешеные псы. Давайте мы этих бешеных псов постреляем. Еще и какие-то. Правда, понятия не имею, как они выглядят. Я иду за какой-то херней. Где она? Может, тут подземное есть что-то, типа тоннели, еще что-нибудь подобие. Террасе. Не могу понять, и все. Где это находится? Что это такое? Что за хрен? Пятая пачка сигарет была. Патроны. Надо. Очень-то много. Что-то мне тут. Холодильник даже обыскать нельзя. Вот ведь. И не можно. Тренера ограбить. Зеленая покерная фишка. А свинью, шкуру срезать, не? О, господи! И падает. Понял, на чем она? Падает. Так задумано. Псы! Туда пришел. Раба ждали. Сказали, нас стреляй. Наверное, туда.
Тихо. Иди сюда. Ух ты, вас сколько. А чё вас сразу так много? Следующий. Шакалы позорные. Знаешь, что можно изготовить предмет, но пока рано. Блин. Еще одну собаку не знаю, куда дел. Да. Будем ориентироваться по звукам. Это явно не то. О, вот ты где. Монстрятинка. Что, дробовик хорош, но патронов маловато для него, если честно. Хотелось бы поболее. Так, что мы можем собрать? Ой, давайте глянем. Сумку бы, конечно, побольше. Собрать-то мы что можем? Медицинские препараты. Чехлы, бумажки. Сумка. Шкура собаки. Топир нам нужен на рюкзак. Посмотрим, что еще можно. А то сейчас соберу эту из собаки. О. Запасной баллон с горючим для огнемета. Хорошо. Что-нибудь. Козел нужен. В принципе, нам хватает, получается. А, не, нихера. Да, хватает. Сумку хватает. И на... Повесть для горючего хватает. Так. Где стреляет? О. Валим нахер. Где моя пушка? Ладно, пушку мою сперли, я смотрю. Давайте охотиться за головами. Да вылазь ты, ё-моё! Кого в расход? Я сейчас тебя в расход дал. Я хотел не попасть. Тебе крышка! Вполне возможно. Я даже не буду в этом сомневаться. Ты падла. Ешь гранату! Нет! Мой, урод! Охереть вас тут! Вот ведь счастье-то, а? Ухожу. Троих одним выстрелом. Не-не-не-не. Всё, дробовик мне нравится. Особенно, когда он помог мне разобраться сразу с троими. Ах ты. Мочи. Да сколько вас тут, блин? Всех перебил. Вроде даже живой. Так.
Мне больше, конечно, интересно. Вот это вот, да-да-да. Куда оно делось? Куда ты пропал? Ягуар хренов. О, шкурка. Чё это? Варан, что ли? Походу, варан. Да блин, опять не то сделал. Понятно. Сейчас буду делать все, что не надо. Ну. Так, ну вот, собственно, и все. Давайте на этом серию завершим. Хорошая пострелушка под конец получилась. Я даже не ожидал, что я смогу сразу троих ушатать. Ну что, а с вами был Wage of Sin. Это была игра Far Cry 3. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.